Анонс и точная дата выхода 257 серии турецкого сериала «Клятва». 257 серия сериала выйдет в эфир на турецком телевидении 22 сентября. С русским переводом серия будет доступна уже на следующий день. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Фериде просит ее не жалеть, и она сможет справиться с этой болью утрат. Она ходит очень грустная и постоянно о чем-то думает. Эмир чувствует за собой вину перед Фериде и хочет загладить ее. Ведь девушка даже не смогла попрощаться со своими родственниками. И все из-за него. Он обратился к своему знакомому для того, чтобы тот узнал про семью погибшего. Только Эмиру ничего не известно про этого парня, и он знает только фамилию и имя его сестры. Нарин провели сложную операцию после падения, и Кемаль постоянно находился рядом с ней в палате. Когда она пришла в сознание, то поняла, что ничего не видит. Кемаль старается успокоить свою возлюбленную и говорит, что это лишь временное явление и скоро все пройдет. Но врач сообщил Кемалю о том, что слепота, скорее всего, останется навсегда. Кемаль не хочет говорить об этом Нарин, но Эмир сказал, что лучше услышать горькую ложь, чем слышать обманчивые надежды. Нарин находится в плохом состоянии из-за того, что ничего не видит. Эмиру позвонил на телефон друг, которого он просил помочь, и сообщил важную информацию. По появившимся у него сведениям, у Фериде нет никакого брата, и поэтому он не должен верить в его смерть. Напомним, 257 серия сериала выйдет в эфир 22 сентября. Нравится сериал и ждете выхода новой серии? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.